Всем любителям рыбалки посвящается. Вон палку взять с этим, с гвоздем, по башке дать. Надо руку не пробить руку. Да. Не, по башке не надо его бить, надо просто ему в рот ставить. А вот доска. Что это, блин, такое? Тайдхантер из Dota 2 существует? И нахрена мужик ему руку в рот засунул? А, я понял, просто эта тварь только на живца клюет. Аккуратно, костюм. Снизу, снизу. Тут палка не поможет, тут гинеколог-стоматолог нужен. Я смотрю, в последнее время какой-то ажиотаж на рыбалку пошел. И как это вообще произошло? Борис, смотри, какая хрень непонятная плывет. Отлично, дай ей руку в пасть засуну. Ой, блядь, ай, сука, ну на вторая пасть, блядь. Вот это поворот! Вторая пасть? У него там что, внутри еще кто-то живет? Я понял, это, наверное, первая особь, у которой всех органов по две штуки. Два глаза, две пасти, две пиписьки, две жопы. И две сиськи. Слава богу, башка одна. А то я представляю, как бы после празднования Дня Нептуна у нее бы головы разрывались. Бля, хуй, еще хуже у меня хватает, Андрюха. Так это же чудище, что угодно прогрызть может. Хорошо, что этот дайвер, кроме руки, туда ничего не сунул. Хотя, кто знает, может, и сунул что-нибудь. И, наверное, поэтому он туда и руку сунул, чтобы достать. Но больше всего меня оператор радует. Да даже не тем, что он хрен руку помощи товарищу протянул. Ну да, рука могла во вторую пасть угодить. А тем, что у него какие-то садомазохистские наклонности. Вон палку взять с этим, с гвоздем. Может, ему мозги отрезать? По башке дать ему гвоздем. Давай по башке, долбани ему. Парень в итоге освободился от морского чудища. Ох, сука. Кстати, вы заметили, что мужику помогал сам Уолтер Уайт? Но я считаю, что во всем должна быть техника безопасности. Наверное, просто главный герой в детстве уроки ОБЖ прогуливал, раз элементарных вещей не знает. Ну, тех, о которых ему оператор в конце напомнил. А чё ты по локоть суешь туда?